привет! Вы представляете, что наконец-то у нас каждый год в церкви в Дом Хлеба проходит ежедневно лагерь. Он будет длиться целую неделю, и я снова в этом году, уже третий год подряд, я волонтерю, и я наставник для самых маленьких деток возрастом от 3 до 5 лет. Я очень счастлива, наконец-то я сейчас поеду встречу своих маленьких деток. Я не знаю, кто у меня будет, но я знаю, что это будут самые счастливые мои дни. Я не знаю, кто-то очень устает от детей, но я заметила, что каждый раз, когда я с ними встречаюсь, я с ними провожу время, у меня наоборот еще больше энергии встает на вечер, и я могу ночную смену также проходить. У меня утром класс статистики в колледже, и потом я вот сейчас еду как раз после уроков. Я знаю, что там будет очень круто. Вот, вот наша церковь, и вот сейчас мы поедем. Это будет самое невероятное время. Я еще хотела сказать, что каждый год у нас лагерь тематический. И в этом году вот он будет называться Roar. Это здесь лев. И каждому наставнику дают такую футболочку синенькую. В прошлом году она была коричневая. Если вы не видели лагерь предыдущего года, то я обязательно оставлю вам ссылочку, и вы можете посмотреть. То в этом году у нас будет все на тематику типа джунглей. Ну, Roar, да. Короче, рёв. Roar, это значит roar. Короче, все, мы сейчас с вами пойдем и будем смотреть и наслаждаться. Беру вас обязательно с собой. Пойдемте. На улице очень жарко. Ну, очень жарко. Класс! Наконец-то лагерь снова. Обожаю детские лагеря. Это для меня все. Это жизнь. Дети, это все. Господь, мы верим, что Слово Твое, оно сильно, Господь, и может производить свою работу, поэтому мы все вместе. Мы благословляем каждого ребенка. Мы говорим слова благословений в жизни этих детей. Господь, и мы верим, что это время, это есть время не просто, Господь, хорошего фана. Господь, на это есть время хорошего посева. И мы верим, что это семя, которое будет сеяться за эти 5 дней, оно взойдет. Отец, мы это все молимся во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. И все вместе скажем Аминь. Итак, вот у нас такие декорации. Каждый раз что-то новенькое. Вот это лагерь называется VBS. Наша церковь покупает всю программу с VBS. И вот. В разных церквях можно заметить, если точно такие же самые декорации, вот это все и программа, оно полностью одинаковое. Просто проводят в разных церквях. Вот это 2019 года. Класс! Уже раздали портфельчики. Remember, when life is unfair, God is good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday. Сегодня начался день вот именно с этой стейшн, станции, бассейна. Потом будут всякие игры, потом библейский урок, поделки. Аккуратненько, мальчики. На лицо не надо, только на ножку. Виктория, пойдем, пойдем переодеваться. И вот самое интересное, что каждый день у деток каждый раз новое расписание.
Сначала они начинают с бассейна, на следующий день они, например, начинаются с игр, на следующий день они начинают с Bibles, урок какой-то, библейский урок, подделки. Ну, для каждого человечка, для каждого ребенка это что-то новое, и ребенок не заучивает и не знает, что, например, завтра мы опять будем ходить по этим же станциям, а каждый раз что-то новенькое. Поэтому вот класс! Посмотрите, как круто придумали в Америке. Есть такая связочка, как веточка такая. Привет! Вот она прикручивается, через шланг наполняется. А посмотрите, уже каждый шарик, он привязан веревочкой. Включаете воду, и они начинают надуваться, наполняться водой. И потом их просто трус сшиваете, и все, они привязаны. Кто следующий? Давай, давай. Смотрите, какой слайм! Какой слайм! И это все делается, смотрите. Обычный глу — это клей. Потом там где-то софтер, говорили, вот такой. Вот такой продукт. И Shelly Cream. Короче, да, и блесточки. Класс! Вот такой. Мышонка звать Викторию? Да, Викторию. Ей только 3 года. Танцуй, танцуй. Танцуй, танцуй. Танцуй, танцуй. Танцуй. Девочка, а ну расскажи, как тебя зовут? Элла. Элла? Ты видишь? А смотрите, какую она шляпу мне дала. Ну она же прелесть, прелесть. Еще какую красоту сделала. Привет. Привет. So sweet.
десятый день. Guess ready? He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. Come on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. He is always there for
Посмотрите на эту девочку. Она купалась в бассейне. И сейчас пришла ко мне. Она меня намочила, залезла на руки. She made me wet. Yes? Just explain. Alright, I gotta go change. Bye. When life is good, God is good! What is that? Different ways, no matter where we come from, God loves us the same. None of us is perfect, so he forgives us. Все, закончился сегодняшний день. Закончился вообще лагерь. И сегодняшний день, и эти 5 прекрасных дней было просто... очень эмоциональными, хорошими. Все, у нас лагерь закончился, мы будем очень сильно скучать. Я счастлива, что она была в моей команде. Ее Софья зовут. Сколько тебе лет? How old are you? Six. Да, но она уже не будет в следующем году в моей группе, но я буду сильно-сильно скучать. Окей, всем хорошего настроения и пока-пока. Говори пока. Говори пока. Say bye. Bye. See what's next.